Спрашивали, отвечаем. Что такое помешочный сбор мусора и как он осуществляется? На территории города Первоуральска помешочный сбор осуществляется в частном секторе, где не установлены контейнерные площадки. При этом в конкретно установленные дни в рамках утвержденного графика администрации и рекоператором мусоровоз проходит по улицам частного сектора. При этом потребители выставляют мешок к дороге и мусоровоз забирает данные отходы. В данном случае крупногабаритные отходы вывозятся по заявке потребителя на телефон горячей линии регионального оператора 8 800 189 54. Все выпуски программы на сайте первомедиа.ру. Телефон редакции 64 92 92.